числе получателей гранта не первый год оказывается детский клуб «Маленький гений». Он функционирует на базе 5-й Кандалакшской школы. Такое частное образовательное заведение для малышей – единственное на весь Кандалакшский район. А некоторые дошколят родители привозят на занятия даже из полярных зорь. И результатом остаются очень довольны. Два раза в год мы показываем свои выступления на праздниках. Это на Новый год, в Новый год и «Здравствуй, лето». То есть дети из группы английского, с театральной студии показывают свои подготовленные материалы, уже номера отработанные для родителей. То есть чтобы родители видели, чему дети научились за полгода и к чему дети пришли к концу учебного года. Здесь отличная материально-техническая база, и она регулярно обновляется. Вот и грантовые средства ушли на приобретение новых проекторов, ноутбуков, телевизоров, а также пособий, игрушек и прочих необходимых мелочей для того, чтобы сделать занятия с маленькими гениями еще более интересными и полезными. Андрей Иванов оценил учебные помещения и материалы, лично убедившись, что деньги, выделенные на развитие данного проекта, потрачены не зря. Следующим посещенным объектом стала мастерская по изготовлению памятников. Его хозяйка также получила грантовую поддержку и с ее помощью приобрела необходимое оборудование для своего дела. Глава администрации осмотрел производство и выставку готовых работ, а также поинтересовался рабочим процессом и особенностями данного вида бизнеса. Смотрят на работу художника, то есть если это портрет, он хорошо выполнен, то есть там как композиция здесь есть, и пропорции соблюдены, то есть все похож, самое главное, да, людям все это нравится, то есть тогда заказчику больше становится. Вот у меня, есть еще такой показатель, как отказы, да, у меня нет отказов. Грантовые средства и в этом случае оказались использованы строго по назначению. И, как признаются сами предприниматели, такое подспорье действительно здорово помогает развитию малого бизнеса в нашем городе, тем более в современных, не самых благополучных экономических условиях. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.